Сегодня у нас 28 ноября 2018 года. Вот брат Сергей заказывал Евангелие красное православное по благословению патриарха Кирилла. Вот сейчас нам вот привезли 118 килограмм, 500 штук. Вот это вот доставка без груза, груз бесплатно доставили. Евангелие тоже бесплатно. Угу. Да, все сломано. Мы с братом беспокоились, как довезем. Он всего 118 килограмм оказался. Такая работа у меня, Сергей Павлович. Работать, брат. За камерой только. Спаси Христос. Была машина. Доставка ТПЭК называется. Сейчас, подожди.